Всем привет! Сегодня мы с вами снова забежали в FixPrice посмотреть новиночки, что появилось на полочках, по какой цене и стоит ли это брать. Набор мисок с крышкой, 3 штуки на 2,8 литра, 1,7 литра и 0,97 литра с декором. Производитель мисок Россия. В наборе все мисочки разные, и цвет самих мисочек разный, и цвет крышек отличается, и декор друг от друга. Я вам только что показала первый набор, это второй набор. В первом наборе на крышках были цветочные принты различных цветов, то во втором наборе у нас печенье, пирожные и конфеты. Пледы, производство Китай, размер пледов 70 на 140 сантиметров, пледы двухсторонние, с лицевой стороны мелковорсистая такая одноцветная ткань синтетическая, с изнаночной стороны похожий на овчинку искусственный мех. Пледы ничем не отделаны по краю, что расстраивает, просто оверлок. Ну, как бы за такую цену, я так думаю, что можно было заморочиться и обстрочить. Но это делает не FixPrice, а производитель, поэтому имеем то, что имеем. Состав пледов 100% полиэстер, в магазине представлены в 3 цветах. Как всегда, огромный выбор контейнеров, корзиночек, боксов для хранения от 55 до 249 рублей. И новинки этой недели в FixPrice — это органайзеры для косметики, акриловое производство Китай. Очень много пришло всяких органайзеров, цена от 99 до 199 рублей. Вот такие большие на ручке с множеством отсеков, размер его на коробочке не указан на ценнике. И от себя вам скажу, что он реально большой, две раскрытые ладони. Единственное, что мне кажется, что ручка здесь, конечно, сделана, вы знаете, чисто двигать его по столу, потому что если носить за эту ручку, он может перевернуться запросто, где-то с одной стороны будет потяжелее вес, и все, вы его уже не удержите, потому что ручка ровно посередине. Еще один контейнер с двумя такими круглыми отделениями для кистей и еще два отделения для каких-то других косметических продуктов. Очень симпатичный. По форме он приблизительно ближе к квадрату. Стоит 199 рублей. Достаточно высокий, продолговатый, изогнутый волной контейнер на 8 отсеков для кистей или каких-то там высоких узких тюбиков. Стоит он 199 рублей. Это контейнер для ватных дисков и ватных палочек. Стоит 149 рублей с крышкой. Крышка для таких вещей, я считаю, просто обязательно нужна, потому что пыль все равно садится, как бы чисто не было в квартире. А ватные диски и ватные палочки, ну, вы их все равно не каждый день туда добавляете. Поэтому крышка в таких контейнерах не зря. А это контейнер, который я чуть все-таки не взяла себе, несмотря на то, что у меня каких только уже контейнеров нет. Но этот что-то меня так прельстил, что мне пришлось аж чуть ли не по рукам себе давать, чтобы его не положить в корзинку. Стоит он 149 рублей, он всего на 3 отделения. Высокий, узенький, симпатичненький. Это контейнер для ватных дисков с крышкой. Стоит он 99 рублей. Производитель также самый Китай. Сделан тоже из пластика. И контейнер для ватных палочек. Стоит 99 рублей. У контейнера тоже имеется крышка, которая предохранит их от попадания пыли. И еще один предмет
в этой коллекции – это стакан для кистей, 77 рублей цена, пластик, производитель Китай. В общем-то, ничего необычного в этой коллекции нет, кроме того, что у нее такая вот поверхность в стиле старинных советских люстр. Это я сейчас поставила вам рядом два предмета одинаковых из коллекций разных, чтобы вы посмотрели, отличаются ли они чем-то от друг друга, кроме как внешним таким вот рифленым видом или нет. Да, девочки, они отличаются ценой. Старый контейнер 149 рублей, новый 99. Я не знаю, почему такая разница в цене, но она весьма ощутима, я хочу сказать. А контейнеры для ватных палочек, они идут в одну цену, 99 рублей. Но контейнер из новой коллекции, он немного больше. Это несущественно, я вам хочу сказать, на ватных палочках, наверное, это никак не отразится. И немножечко, видите, отличается цвет пластика. В старой коллекции он более такой белый, в новой немножко в желтинку. Хотя все предметы между собой вот этим отличаются. Одни чисто белые, а другие в желтинку. Коллекция неплохая. Меня заинтересовал вот контейнер с ручкой. Но я немножко сомневаюсь в его способности держать равновесие, если использовать эту ручку. И длинный узкий контейнер на 3 отделения. А это я вам показываю предыдущую коллекцию, которая была на прошлой неделе, косметических контейнеров для средств косметических вместе с ценами и в полном составе, так скажем. И еще одна новинка приехала, хотя ее нельзя назвать такой уж прям супер новинкой. Эти крючки уже когда-то были в продаже, и вот их привезли снова. Это крючки на стену в наборе 2 штуки, производитель Китай, состав металл и пластик. В 3 цветах они приехали, бежевый, зеленый и красный. Крючки крепятся на двухсторонний скотч. Если кто-то их брал, пишите, крепко держат или нет. Следующая новинка – это пляжные полотенца размером 70 на 140 сантиметров. Полотенца сделаны из нетканого материала, напоминают микрофибру. Морская тематика у принта, если вы видите, это нам повезло. Одно полотенце было раскрыто, то есть можно было посмотреть, какой принт. Стоят эти полотенца по 199 рублей. А так они вообще все, видите, на скрепке. То есть можно только догадываться, какой принт там.